На заседании Рязанской городской думы 24 сентября рассмотрели вопросы по внесению изменений в градостроительные документы по ряду участков в Рязани. В генеральный план внесли изменения для формирования парковой зоны в районе улиц Забайкальская и Белякова. 5 участков будут относиться к зоне городских парков, скверов, бульваров, вместо зон частного жилья и спорткомплексов. Это защитит территорию от застройки. Ранее в городскую думу обращались жители Дягилева с предложением обустроить парк. Глава города Юлия Рокотянская поблагодарила коллег за поддержку поправок, которые позволят увековечить память Александра Белякова. Наш поселок Дягилево, чтобы было побольше зеленых зон, и мы должны чтить память героя имени Белякова. Поэтому я уверена, что таких зон у нас будет гораздо больше. Спасибо за поддержку депутатскому корпусу. На заседании стало известно, что Рязанскую городскую думу покидают 2 депутата. Коллеги удовлетворили их заявление о сложении полномочий на общем заседании 24 сентября. Денис Сидоров и Никита Усачев 13 сентября избраны в областную думу от КПРФ и ЛДПР. Выбывшим депутатам замену определят их партии. Дорогие коллеги, от нас, депутатов Рязанской городской думы, от себя лично очень хотелось бы поблагодарить за неравнодушие, за ту ответственность, которую вы проводили, будучи депутатами Рязанской городской думы. Спасибо вам огромное за совместную работу. И я уверена, что дальнейшее ваше уже поприще будем, надеюсь, сотрудничать в этом пути. На заседании одним из важных вопросов стал о внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год. Выделенные деньги пойдут на ремонт дорог, на развитие образования в Рязани, благоустройство города, развитие культуры и другое. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».